причиной черепно-мозговой травмы может стать сильный удар. При закрытой черепно-мозговой травме используется повязка чепец. Возьмите отрезок бинта длиной 80-90 см. Расположите середину отрезка бинта на теменную область головы, концы бинта удерживает пациент. Взять начало бинта в левую руку, головку в правую, сделать закрепляющие туры вокруг лба и затылка. Провести бинт до завязки, обогнуть ее в виде петли. Провести бинт до противоположной стороны к другой завязке. Повторить циркулярные ходы вокруг головы, прикрывая предыдущий ход на 1/2 до полного покрытия головы. Закрыть полностью повторными ходами бинта волосистую часть головы. Обернуть бинт вокруг одного из концов завязки и закрепить узлом. Завязать под подбородком отрезок бинта, в конце которого удерживал пациент.